Мы сначала напрягали его, не устроили его, и мы переклеивали обои. Там, потом я напрягла, сначала мы обдирали день, потом мы еще что-то сделали, еще кого-то напрягла. Потом приехала моя подруга, у которой дома было двое детей, сказала, а вот сейчас мы уже красим ее в зеленый цвет. А утром приезжает свекровь в 8 утра. А? Подругу в зеленый цвет красим. Подругу тоже, чтобы не мешалось. Так вот, я один раз сделала такое жирное пятно, после чего она сказала, я поняла, я не поеду сегодня домой к детям, потому что к вам же завтра утром приезжает свекровь. До 6 утра моя подруга, которая дома была двое детей, и мой муж... Красили кухню в ярко-зеленый цвет. Ты придумывала новый спектакль, да? И до 6 утра они говорили, что они меня ненавидят очень сильно. Зато, когда приехала свекровь, у нас была шикарная зеленая кухня. Так выпьем же за то, чтобы нам все время было весело. У нас была зеленая кухня. И лиловый потолок. Мы с тобой точно не соскучимся. Короче, чтобы угар. С тобой? Да.